Эй, детишки, как жизнь, пацаны? Эй, не дергайся. Смекнули, кто мы? Мы помощники вашего делового партнера Марселоса Уоллеса. Вы же помните своего делового партнера? Так, ну-ка угадаю. Ты Брэд, верно? Да. Так я и знал. Ты ведь помнишь своего партнера Марселоса Уоллеса, да, Брэд? Да, я его помню. Хорошо. Вижу, мы с Винсентом оторвали вас от завтрака. Извиняемся. Что едим? Гамбургеры. Гамбургеры. Краеугольный камень здорового питания. Что за гамбургер? Чизбургеры. Нет, точнее, где затарились? В Макдональдсе, в Венди, в Джек ин зе Бокс. Где? Да, в Биг Кахуна Бургер. Биг Кахуна Бургер. Это гавайская обжорка. Слышал, они вкусно готовят. Только я сам не пробовал. Как они? Хорошие. Не против, если я откушу? Это ведь твой, да? Да. А что, отличный бургер. Винсент, ты пробовал кахунский бургер? Хочешь кусочек? Очень неплохо. Я не голоден. Если любишь гамбургеры, лучше зацени. Мне редко удается. Моя тёлка вегетарианка, вот и приходится вегетарианствовать. Но я обожаю хороший бургер. Знаешь, как называют четвертьфунтовый во Франции? Нет. Скажи им, Винсент. Рояль с сыром. Рояль с сыром. Знаешь, почему так? Метрическая система. Гляди, как наш Брэд мозговит. Смышленый сукин сын, это точно. Все он просек. Здесь что? Спрайт. Спрайт. Годится. Можно я позаимствую тебя запить? Промочить горло. Пожалуйста. Пало куда нужно. Ты, косяк с Хайром, зачем мы здесь? Уж скажи моему коллеге Винсу, где дерьмо. Это там. Я лежит. Вроде не тебе загадку загадывал, хренов сфинкс. Так где это? Это там, в шкафу. Нет, ниже, на уровне коленей. Порядок? Винсент? Мы рады? Да, мы рады. Слушай, извини, я не расслышал твое имя. Твое я знаю, Винсент. А как тебя зовут? Меня зовут Пит. И не смей мне гадить в душу. Нет. Я просто к тому... Я к чему? Мы извиняемся. Неловко, что все так вышло с мистером Уоллесом. Мы же ничего такого не хотели. Правда, я думал... Ой, извиняюсь, я перебил тебя. Я не нарочно, продолжай. Я слушаю. Ты там говорил о том, что не хотели. Чего молчишь? Ты закончил. А у нас впереди разговор. Вот Марселос Уоллес, он какой? Чего? Ты из какой страны? Чего? Про такую страну я не слышал. Там говорят по-английски. Чего? По-английски, засранец, говорить умеешь? Да. Значит, ты меня понял. Да. Тогда опиши мне Марселоса Уоллеса. Какой он?
Чего? Я... Скажи еще раз чего. Скажи еще раз чего, я тебя прошу. Я молю тебя, ублюдок. Еще раз скажи, долбанное чего. Он черный. Еще. Он лысый. Он на сучку похож? Чего? Он похож на грязную давалку. Нет. Так за что же ты хотел его отыметь? Хотел. Нет, хотел. Нет, ты пытался, Брэд. Ты пытался его трахнуть. А Марселос Уоллес не любит, когда его трахает кто-то, кроме миссис Уоллес. Ты читал Библию? Да. Я запомнил один фрагмент, вроде будет кстати. Иезекииль, глава 25. Итак, слушай. Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себелюбивые и тираны, и злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых за собой сквозь долину тьмы, ибо именно он и есть тот самый, кто воистину печется о ближних своих. И совершу над ними великое мщение и свое наказание яростное над всеми теми, кто замыслил отравить братьев моих. И узнаешь ты, что имя мое Господь, когда совершу над ними мое мщение.